Софья Огневская, ГИТИС. Смелая, целеустремленная, нежная, ранимая. Помню, я смотрела «Голубой огонек» с мамой, и мне мама рассказывала, что я смотрю на Аллу Пугачеву и говорю: «Пугачуй, пугачуй, я буду как она». Вот поэтому я совмещаю актерство и музыку, и пение, и оперу. Для меня это все единое, мое самоопределение. Актерство от оперы я не отделяю, для меня это одно целое, единый организм, это как сердце и душа. Это все звучит и бьется для меня одновременно. И для меня даже не стоит такого вопроса выбора, потому что это разные способы, приемы искусства, и совсем не может это конфликтовать. Во мне нравится моя самобытность, как бы это пафосно ни звучало. Но по жизни я как-то иду вразрез с обществом, и поэтому многие люди меня не любят, а некоторые любят, некоторые обожают. Вот. Я, несмотря на все это мнение общественное, делаю так, как я хочу. Я бы сказала: ничего не бойся, верь в себя, и у тебя будет то, что ты захочешь.